Дом вместе с хозяином сгорел в деревне Творичевка Мозырского района. Пожарные на улицу Дзержинска, откуда поступил сигнал, прибыли оперативно. Но одного из жильцов двухквартирного строения спасти, к сожалению, уже не удалось. При разборе уже сгоревших конструкций его тело нашли на полу между кухней и жилой комнатой. Поступило сообщение около 2 часов ночи, что горит дом. По прибытию было обнаружено, что крыша объята огнем, дом на 2 половины, одна часть внутри тоже горит. Создали звено ГДЗС, пошли в разведку. С одной половины дома двое жильцов сами вышли самостоятельно. Зайти внутрь второй половины уже не представлялось возможности. Погибший мужчина работал на одном из районных агропредприятий. Его соседи, пенсионер вместе с молодой сожительницей, спаслись благодаря сигналу пожарного извещателя. Проснулась от дыма, увидела треск в окно. Я Сашу побудила и начала на всю улицу кричать: «Помогите там, спасайтесь, кто может». Я ни при чем, я спал. Я же не камикадзе, правильно? Чтобы свой дом поджигать, где я тут жить буду? Я, чтобы свой дом поджигать. Нормальный сосед. Никогда у меня с ним не было конкретного, никаких спорных ситуаций и вообще. Где теперь будут жить Александр Михайлович и его подруга жизни, пока неизвестно. Если мебель в их квартире почти не пострадала, то крыши над головой они лишились в буквальном смысле. Одна из версий произошедшего – неосторожное обращение с огнем при курении. К слову, соседи жильцов пострадавшего дома характеризуют весьма отрицательно. Так или иначе, причину трагедии выяснят специалисты. Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер, телеканал «Музырь».